первый заместитель руководителя администрации Володин заявил о том, что в России состоялась многопартийная система, и московские выборы тому такой пример, демонстрация. Ну, я хочу сказать, что действительно московские выборы в какой-то степени были более похожи на честные выборы, чем остальные, и что они сломали вот этот такой монолит, монополию власти Путина, но так долго разрушать многопартийную систему и потом после одних выборов сказать, что она уже восстановлена, мне кажется, что это преждевременное заявление. Если они действительно хотели бы вот сделать такой жест и дать мощный импульс для многопартийной системы, им надо дать «Единой России» распасться на несколько партий, потому что там люди, кто-то там либерально-экономических настроений, кто-то националисты, кто-то консерваторы, и дать умереть спокойно справедливой России. Тогда действительно можно было бы поверить в то, что не только власть заявляет, но реально хочет, чтобы в России восстановилась многопартийная система.